Не, ребята, не надо путешествовать во время локдауна. Сидите дома, вот, носите маски, колитесь прививками. И... У меня сын живет в Польше, я вот только недавно вернулась. А так больше не путешествуем. То есть соблюдаем карантин строго, вот круг по этому парку, круг по тому парку. Все наши, уже второй год наши прогулки. You don't travel, yes? No, no, I don't travel. Are you vaccinated? Yeah, yeah, yeah. You think it's good or bad? Yeah, it's good because for our safety, but it's not good because of the pains before. Your arm do pain you some often and stuff. You feel a little bit pain, that's all I can say. Я считаю, не стоит. Здоровье важнее, жизнь важнее. А подскажите, а вы вакцинированы? Конечно. А как вы считаете, это полезно? Это нужно. Путешествием я отношусь положительно, но в пандемию я путешествую только в школу и обратно, по магазинам, и все. Нет, сейчас только зарабатываем деньги, не путешествуем. А хотелось бы путешествовать? Да, конечно. А как вы считаете, можно ли путешествовать во время пандемии? Считаю, если это делать безопасно, то да. Я вообще-то хорошо отношусь, мне просто последнее время финансами не очень. А вот когда у меня были до недавнего времени возможность, то есть я ездила где только можно. Как вы относитесь к путешествию во время пандемии? Нет, не путешествую во время пандемии. А как вы считаете, нужно ли путешествовать или лучше посидеть дома? Ну, то есть переждать? Лучше дома пока посидеть. Прожитые года уже есть, и опыт, и жизненные ситуации. Я считаю, лучше немножечко переждать.